Как говорил классик, кто вместе, кто поврос, а кто и попеременно. Значит, сейчас попробуем вместе. Поют Александр Буйнов и Ксения Павровс. Люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Но я же не замужем. Вот наконец вчера вечером встретил я девушку. Там где тревожно стучат, гудят поезда. И вместе с нами в свой вагон вошла она. Улыбнулась из окна. Поезд тронул я свет. Рукой помахал ей в ответ. Волосы русые, косы сплетенные, а в глазах небо бездонного синь, полыки весна. Скромная, милая, очень красивая девушка. Может быть, рядом она, где-то рядом одна. И с нами в свой вагон вошла она. Улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед. Лишь рукой помахал ей в ответ. В свой вагон вошла она. В свой вагон вошла она. Улыбнулась из окна. Улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед. Лишь рукой помахал ей в ответ. Перевод вестника специально. Вольный перевод по-английски. Sorry, baby boy. You never chat on the phone, choo-choo. Oh, yeah, baby. Sex 29. Oh, no, no. You can give me a sign. Somebody better, better sign at night. I can afford to more than chat on the phone, choo-choo. Ксюха! Павров!